большое, что пришли. Приветствуем вас от канала ТНТ и Good Story Media. Сегодня вам покажем классный, замечательный весенний фильм. Рады вас приветствовать, наши актеры. Иван Мулин. Всем привет. Виталий Семенов. Добрый вечер. Анастасия Евграфова. Ребят, мы не будем много говорить, на самом деле, отнимать драгоценное время от просмотра нашей романтической комедии. Поэтому, ребята, сейчас по очереди вас поприветствую, скажут пару слов, и мы начнем. Для всех тех, кто захочет задать нам вопросы, поговорить, мы с вами пообщаемся после фильма. Ура! Ура! Друзья, да, спасибо, что пришли. В любом случае, всем приятного просмотра нашей хэштег весенняя эпопея. Хотели бы поблагодарить всех создателей, а именно там Good Story Media, наших любимых ТНТ, там. И мы начинаем, друзья. Если кто-то из моих коллег что-то хочет сказать, я им передаю слово. Хочет, хочет. Да, я просто хочу сказать, что это достаточно легкая история, это романтическая комедия, где-то местами драмеди, здесь есть черный юмор, поэтому take it easy. Просто надеюсь, так вы получите хорошее настроение, хорошие вибрации. Спасибо, Ваня. Да. Мы стали близки за это время. Большое спасибо, что пришли, потому что даже моя семья не пришла, а вы пришли. И это дорогого стоит. Спасибо ТНТ, Good Story Media и всем причастным. И мы породнились в итоге, да, даже потому что вы ближе, чем Настины родители сейчас. Да. Сердечко. Спасибо, ребят. Я от себя добавлю, на самом деле, что это правда классный фильм. Я смотрела его несколько раз. Сходить с подругой, с парнем, с мужем, провести прекрасное время, да. Посмеяться. И с мужем подруги тоже сходить. С мужем подруги. И зарядиться весенним настроением и поверить, правда, что мечты сбываются. Спасибо. Спасибо. Спасибо.